Стартовал второй этап работы над обновленной Конституцией Беларуси. Сегодня комиссия рассматривает уточнения на основе рекомендаций, поступивших в том числе и от президента. 30 июля, напомним, глава государства направил проект на доработку. Этим и займутся эксперты, чтобы измененный вариант вынести на референдум уже этой зимой. Беларусь и Россия сделали еще один шаг на пути к интеграции. Вопрос о снижении стоимости и отмене роуминга окончательно решен. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Так цена входящих и исходящих звонков снизится почти в 10 раз. Подешевеет и отправка СМС-сообщений. Сегодня в вузах Беларуси объявили о зачислении новых студентов как на бюджетное, так и на платное обучение. Более 55 тысяч абитуриентов официально стали первокурсниками. Университеты, напомним, завершили прием документов еще 9 августа. Для вакцинированных пассажиров изменится порядок пересечения воздушной границы. Теперь тем, кто имеет при себе сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, не нужны самоизоляция и ПЦР-тест для въезда в страну. Подробная информация на официальном сайте авиаперевозчика «Белавия». Около 5 миллионов тонн зерна собрали белорусские аграрии. Обмолочено 70% площадей. В лидерах по-прежнему столичный регион. Среди миллионников также Брестский. Страда приближается к завершению. В некоторых областях, если не помешают дожди, она может завершиться на следующей неделе.